Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. За останні 20 років випадків інфаркту побільшало на 60%. Це така світова статистика. Що стосується України, то від цієї хвороби помирає дуже багато людей. Тож сьогодні будемо говорити про те, як розпізнати інфаркт та зробити усе можливе для того, щоб не захворіти. І допоможе розібратися з цією проблемою лікарка-кардіологиня Кіра Писаревська. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Тож, що ж таке інфаркт? Розкажіть, будь ласка, і чому його часто плутають з інсультом? Основная проблема инфаркта заключается в том, что практически каждый седьмой человек, который перенес это заболевание, погибает. У тех же, кому удалось пережить эту сердечно-сосудистую катастрофу, рано или поздно развивается сердечная недостаточность. Что это такое, почему происходит? В нашей жизни и правильной работы всех наших органов зависит от того, сколько кислорода и питательных веществ приходит стоком крови. Это осуществляется благодаря сосудам, которые разносят кровь по всему организму, каждой клеточке нашего тела. Если по какой-то причине сосуд резко перекрывается, закрывается, то клетки лишаются того кислорода и питательных веществ, которые так нужны нашему организму. Вот именно этот процесс закрытия сосуда и процесс умирания клеток из-за гипоксии и ишемии называется инфаркт. Мы привыкли, что инфаркт, мы считаем, что это только сердце. Но инфаркт может произойти абсолютно в любом органе, в котором есть сосуд, где может он закрыться. Бывает инфаркт почки, инфаркт кишечника, инфаркт легкого. Может быть инфаркт головного мозга. Мы привыкли его слышать как инсульт. Это ишемический инсульт, это и есть инфаркт головного мозга. Что же касается нашего сердца? Сердце – это мышечный насос. Его главная задача – перекачивать кровь с одного круга кровообращения в другой. Это осуществляет миокард. Он работает постоянно, неперестанно, ему постоянно нужен кислород. И всего две маленькие артерии, коронарные артерии, отвечают за его кровоснабжение. Если вдруг так происходит, что коронарная артерия перекрывается, клетки миокарда лишаются кислорода и погибают. Если коронарная артерия перекрыта у самого устья, в момент, там, где она отходит от аорты, то зона ишемии и зона инфаркта очень большая. Практически вся сердечная мышца выключается из кровоснабжения, и сердце перестает сокращаться, и пациент умирает. Если это перекрывается маленькая веточка где-то на периферии, то из кровоснабжения выключается только небольшой участок миокарда, и окружающие ткани умеют на себя взять его функцию. Но сердце уже не так здорово. Сердце уже все равно плохо сокращается. Плюс, если у него есть еще другие заболевания, такие как артериальная гипертензия, неправильный образ жизни, мы его добиваем курением, то сердце очень быстро выходит из строя, расслабляется, не может правильно сокращаться, развивается сердечная недостаточность. Вот основные риски, почему мы так боимся инфаркта. Чому в нашій країні тоді так багато випадків? У чому причина? І чому в Україні люди у більшості випадків і хворіють, і дуже багато смертних випадків? Ну, основная причина инфаркта, почему это происходит, это холестериновая бляшка. Да, тот самый холестерин, о котором так много разговоров, о котором дискуссии все так же не умолкают. Это правильное питание и генетическая предрасположенность. То есть холестерин, он умеет откладываться в сосудах в виде бляшек. И эта бляшка постепенно растет, растет, растет и может перекрыть артерию, любую. Но мы знаем, что бляшка, она растет месяцами, годами. То есть это не быстрый процесс. А вот инфаркт – это острая ситуация. То есть раз, и артерия перекрылась. Почему? Что происходит? Дело в том, что бляшка – это не просто гомогенное накопление клеточек и холестерина. Она имеет свою структуру. Есть мягкое ядро и есть оболочка. Так вот, вот эти бляшки бывают стабильные и нестабильные. Есть бляшка, у которой оболочка, она покрыта язвочками, она очень тоненькая. При каких-то внешних факторах, например, резкий скачок артериального давления, она может просто разорваться. А что делает наш организм, когда видит разрыв? Активно его тромбирует. Вот, например, бляшка перекрывала сосуд всего на 50%. Бляшка разорвалась, сверху покрылась тромбами, и сосуд перекрыт полностью. Это происходит в течение вот нескольких минут. Это ситуация. То есть именно
образование этих холестериновых бляшек, именно ее разрыв из-за неправильного образа жизни, из-за неправильных воздействия внешних факторов и приводит к инфаркту миокарда. Тобто нам треба врегулювати своє харчування, так? В першу чергу це спосіб життя, як ми спимо, чи ми маємо звички, які нам ніяк не допомагають, а навпаки тільки шкодять. І, мабуть, це нервовий стан, так? Це дуже багато стресів, які зараз випали на долю майже кожної людини. Так. І треба вміти їх розпізнавати, ті стреси, так? І виходити гідно з будь-якої ситуації. Це треба теж вчитись, мабуть, потрібно таким бути, так, такою міцною, здоровою людиною. Але ж з приводу інфарктів дуже часто люди скаржаться просто на біль. От в мене болить серце, так? І як же розпізнати, що це вже все, це вже інфаркт? І вам треба негайно щось робити. Хочу сказать, что инфаркт – это финал длительного заболевания под названием ишемическая болезнь сердца. То есть пациента не резко оп и выросла бляшка. То есть это длительное время существующий уже процесс. И вот представим пациента, у которого есть коронарная артерия, которая перекрыта, ну, скажем, на 80%. То крови идет, то есть сердце получает кислород. Но когда пациент в спокойном состоянии, он сидит, у него спокойная частота сердечных сокращений, этой тока крови ему хватает для полного функционирования. Если же у пациента подскочил, побежал к автобусу или понервничал, посмотрел новости, у него ускоряется частота сердечных сокращений, ему надо намного больше кислорода, но из-за сужения кровь не приходит, и сердцу плохо, ему не хватает кислорода для активной деятельности, оно начинает нам кричать, нам больно, помогите. И вот это острый биль. Это в боль. Такому выпадку. В этом вы, если бляшка стабильная, угу. Если это есть ишемическая болезнь сердца, и вот это вот пациент подскочил, пробежался, у него началась боль, это называется стенокардия. Вот это грудная жаба, угу. Классика, которую мы всегда об этом слышим. Это боль за грудиной, которую пациент показывает нам одной рукой или ладошкой. Так, то посередине. Как правило, это посередине. Угу. Это не он не может показать пальцем, вот это болит. Нет, это боль обширная, она угу. Закрывается где-то ладошкой или за кулаком. Она отдает в левую часть тела. Левая рука, нижняя челюсть, шея. А спина может болеть? Может также отдавать и в спину. Но самое главное, что вот эта классическая стенокардия, не в острой ситуации, а в принципе, когда у пациента она беспокоит, она возникает во время физической нагрузки, тогда, когда сердцу надо как можно больше кислорода. Угу. Но когда пациент останавливается, успокаивается, сердце успокаивается, боль проходит в течение 15 минут. Вот это и есть отличие, что это сердечная боль. Или же эта боль может проходить после приема таблетки нитроглицерина. Это все в течение 15 минут. Это есть стенокардия. Если у пациента есть такие жалобы, то он должен знать, что у него есть бляшка в коронарной артерии, и у него в каждую минуту может развиться инфаркт. Ну, люди ж знають, так? У тих людей, у яких, ймовірно, може виникнути інфаркт, вони, мабуть, знають про це. Чи ні? Вот чи не они, завжди? Вот некоторые думают, что это вот у меня позвоночник, это у меня что-то не то скушал, потому что, во-первых, не у всех боль может присутствовать. Есть такая категория пациентов, которые вообще не знают, у них нет боли. И даже инфаркт, который развивается, у них происходит абсолютно безболевая форма. Это пациенты, как правило, с сахарным диабетом, потому что у них есть ангиопатия, нейропатия, которая приводит к изменению чувствительности миокарда, и даже острая ситуация, у них ничего не болит. Потому как мы должны понять, что это инфаркт? Вот эта боль, которую я вам рассказывала, характерная, она не проходит в покое, она не проходит при приеме таблетки нитроглицерина. То есть у пацієнта резко возникла боль, все то, что я рассказывала. Пече? Вот как треба розізнати, это що сильно, це точно? Это сильно давит, это печет, угу. Отдает в руку и не проходит в покое или после приема нитроглицерина. Длится больше 15-20 минут. То необходимо срочно обязательно вызывать скорую медицинскую помощь. У тех пациентов, у которых нет боли, но может быть безболевая форма, как им можно заподозрить? Это резкое возникновение одышки, бледный, холодный пот, аритмия, то есть
какое-то изменение состояния, которое сопровождается значимым ухудшением ситуации, которая была до этого. Нужно обязательно звонить 103, вызывать скорую, потому что дальше время идет на минуты. И обязательно нужно оказать вовремя медицинскую помощь. Тобто нам щось треба зробити, знаходячись поблизу, поруч, біля цієї людини. Що нам треба зробити в першу чергу? Первое, что должен сделать тот, кто рядом, это вызвать скорую. Это главная его помощь. Так, ну мы викликали, тепер же мы с цією людиною допомагаємо. Что мы можем сделать? Это уложить пациента или усадить, как ему удобно. Самое главное – минимизировать физическую нагрузку. Чем больше человек двигается, тем больше сердцу надо кислорода, а кислорода же нет, и тем более будет обширно и быстрее развиваться инфаркт. Поэтому первое – это уложить пациента или усадить, как ему удобнее, чтобы не было одышки. Второе – это, как я сказала, причина инфаркта – это тромбоз бляшки. Поэтому мы должны принять кроворазжижающий препарат, который называется аспирин. А мы его все знаем. Если нет обычного аспирина, надо 300 мг принять. Если у пациента есть кардиомиоглин или аспирин кардио, то принять несколько таблеток, чтобы в общем получилось 300 мг. Самое главное – разжевать во рту. Там очень активная капиллярная сеть, и это практически приравнивается к внутривенному введению этого препарата. Он моментально начинает действовать. И второй препарат, который нужно принять, это нитроглицерин. Он расширяет коронарные артерии и улучшает кровоснабжение. То есть можно и один, и другой принимать разом. То есть мы принимаем аспирин, принимаем нитроглицерин, все под язык, и измеряем артериальное давление. Если артериальное давление очень высокое, то мы принимаем тот препарат, который мы обычно принимаем для коррекции артериального давления. И ждем скорую. Вот это еще важный момент, тоже обеспечить и продумать пути доступа скорой медицинской помощи к дому, к квартире, где находится этот пациент, чтобы скорая могла подъехать, чтобы лифт все был. Все ж на хвилину чтобы... йде. Так. Так, да. Пані Кіро, з приводу того, чи можемо ми нашкодити такими діями, якщо, наприклад, у людини немає інфаркта? Ну, можливо. Нет, если не это... Нет, если у пацієнта нет інфаркта, є така ситуація, то ми не повредим пациенту, то есть ни нитроглицерин и аспирин, они ничего плохого не сделают, но если это инфаркт, мы значимо поможем нашему пациенту. Чи можно в той час щось пити? Там, горячий чай, например, чи воду, чи що рекомендують? Можно, там, в принципе, это можно выпить для того, чтобы чуть-чуть успокоить пациента, но если это сильная боль, то пациент и не захочет ничего, главное его не трогайте. Это, как правило, очень сильная боль. Чи можна доправляти самотужки людину до пункту надання швидкої допомоги? Если вы сейчас едете в машине, ему сейчас плохо, то вы можете доехать пациента до скорой, но лучше всего вызывать скорую медицинскую помощь. Тут еще очень важный момент. Наша задача, как пациента лечат. В первую очередь, что нужно сделать, чтобы помочь пациенту, это открыть сосуд. Все, больше никто ничего не придумал. Как мы можем открыть этот сосуд? Золотое правило, стандарт лечения во всем мире – это хирургическое вмешательство, это проведение коронароангиографии и стентирования. То есть пациенту вводят проводник через сосуды ноги или руки, заводится проводник до уровня стеноза, там раздувается баллон, который механически разрушает тромб и раздвигает края бляшки. И на этом месте устанавливается металлическая пружинка под названием стент. Все, восстановлен кровоток. Це на деякий час, чи це вже на все життя? Это именно в этой артерии, он установлен сейчас, это главное лечение. На всю жизнь нельзя сказать, потому что стент тоже может покрыться бляшками, тоже может затромбироваться, потому необходимо принимать определенные препараты, чтобы этого не допустить. Но я должна сказать такой важный момент, что когда у человека произошел инфаркт, время идет на минуты и часы. Почему? Потому что с момента, как закрылась артерия, клетки лишились кислорода, но они не сразу умирают. У нас есть 2 часа. 2 часа – это такое терапевтическое окно. Если в течение вот этих 2 часов мы окажем пациенту помощь, откроем артерию, то все клетки снова будут получать кислород и снова смогут нормально функционировать. Они не погибают, и они снова работают, и все прекрасно. Но если это длится дольше, еще, например, до 12 часов еще от начала симптоматики, мы можем спасти большую часть клеток, но какие-то погибнут. Если пациент обращается через сутки или 2 суток, после того, как началась боль, то даже проведение коронарангиографии, даже открытие вот этой стеноза все равно ничего не помогут, потому что клетки погибли. Хоть давай им кислород, хоть нет, они больше не восстановятся.
Потому так важно именно вовремя обратиться за медицинской помощью. Ну, це якщо ми знаємо, так? Пані Кіро, якщо, наприклад, людина не знала, і це в неї вперше, вона не розуміла, що може такого... Визиваємо скоро. Що може бути. Так, ми швидку визиваємо, це обов'язково. Але для того, щоб дізнатися, що з вашим серцем відбувається, зараз я вам скажу, що люди не завжди один раз на рік можуть пройти діагностику, просто знати, здорова людина чи ні. От, наприклад, людина роками хвилюється і з приводу серця, з приводу того, що постійно болить серце, і вона почуває себе недобре, але до лікарні так і не дійшла. Є такі випадки. І ви знаєте свої практики, що більшість, мабуть, саме таких. Що ви порадите в такому випадку, якщо це сталося от вперше і все? Тут вже проблема серйозна. В принципі, нічого нового. То же саме, якщо це вдруг розвилась така ситуація, пацієнт має визвати скору, яка приїде, запише електрокардіограму і підтвердить або наличие інфаркта, або його немає. Даже если пациент об этом хоть знал, хоть не знал, все равно необходимо вызывать скорую. Ну, а какие другие так, варианты? Вариантов інших не будет? Нет. В домашних условиях никак, никогда мы не сможем самостоятельно открыть сосуд. Главная помощь в течение вот этого времени – открыть сосуд для того, чтобы возобновить кровоснабжение. Поэтому бригады скорой помощи, которые приезжают, у нас в Днепре есть один центр, который оказывает срочную, ургентную помощь таким пациентам. Это областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии. Именно туда направляются всех пациентов. И вот если в Днепровской области у кого-то происходит ситуация такая, то его направляют в этот центр. Но мы должны в течение 2 часов доправить пациента. Если это произошло в Днепре, то бригада скорой помощи успевает довести, проводится, там работает ангиограф 24/7, ему проводят необходимое стентирование. Если же пациент находится далеко в селе, и бригада скорой помощи понимает, что они не довезут в течение 2 часов пациента до необходимого ангиографа, то проводится второй вариант, которым, как можно помочь пациенту, это введение медикаментозного препарата, который называется тромболитик. Он растворяет тромб, который есть в сосуде. Естественно, на саму бляшку он не влияет, но тромб он растворяет и возобновляет кровоток. Так как все равно бляшка остается, то пациента в течение 24 часов все равно должны направить вот этот кардиоцентр для того, чтобы открыть инфаркт-зависимую артерию. Пані Кіро, яке вважається найефективнішим лікування? Стентирование. Те, що ви сказали, так? Це в усьому світі? В усьому світі. Так, і в Україні в тому числі? Да, это абсолютно везде, это золотой стандарт, просто надо открыть сосуд, все. Стентирование делает это механическим путем. Мы разрушаем тромб и раздвигаем края бляшки. И сосуд возобновляется. Зараз эпидемия коронавирусу. И справді люди теж турбуются, якщо в них сталася неприємність, чи навіть от така серйозна хвороба з серцем, то як їм бути в такому випадку? Чи будуть їх одразу лікувати, одразу доправляти до необхідного пункту і так далі? Да, сейчас очень большая проблема. В первую очередь об этом говорили в Китае, который начался. Они говорили, что у них значимо уменьшилось количество инфарктов. Но это не потому, что пациенты перестали болеть, а потому, что они перестали вызывать скорую медицинскую помощь. Они боялись вируса. И потому смертей на дому стало намного больше. Потому все должны помнить и знать, что при появлении симптоматики, о которой мы говорили, изменения, если вы тем более находитесь в группе риска, есть пациенты с сахарным диабетом, есть серьезные заболевания сердца, ни в коем случае не медлить. Необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Приедет врач, они запишут электрокардиограмму. Если подтверждается инфаркт, его обязательно доправят в центр помощи. Только там, при своевременном открытом коронарной артерии, пациента можно спасти. Потому что риск умереть от инфаркта намного больше и намного выше, чем риск заболеть коронавирусом и от него умереть. Потому что от инфаркта вы можете умереть прямо сейчас и здесь, а от коронавируса ничего, все может быть непредсказуемо. Вот мы должны именно в данный момент измерять риски. Поэтому обязательно вызываем скорую. Кардиоцентр работает 24/7 для плановых пациентов. Они закрыты, но для ургентажа они работают. Еще нужно сказать, что работает бюджетная программа, и всем пациентам, у которых есть острый инфаркт, стентирование проводится абсолютно бесплатно.
Так, це теж треба пам'ятати. Да. Ну, звичайно, треба себе перевіряти. Хоча б раз на рік треба знати, в якому стані ви знаходитесь. Я вам дуже дякую, пані Кіро, що прийшли сьогодні. Ми розповіли про дуже важливу хворобу. Ми знаємо тепер, як її розпізнати. Знаємо, що треба робити. Якщо ви десь біля цього пацієнта, ви біля вашої рідної людини, чи навіть якщо це чужа людина на вулиці, ви підійшли, ви побачили, що з нею сталося, ви знаєте, що треба робити. Треба дуже швидко реагувати і, звичайно ж, тільки лише після таких наших правильних дій ми зможемо врятувати цю людину. Дуже дякую вам. Спасибо. Сподіваюся, що все буде добре і ми вчасно будемо лікуватись і будемо чекати вас іще у нашій студії. А зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.